Исцеляющие силы планеты. Знаете ли вы, что дельфины обладают огромной целительной силой? Посмотрите, мы с вами сейчас находимся в особом дельфинарии. В Израиле нет таких дельфинариев, которые приняты в разных странах мира, где дельфины прыгают в бассейнах, изображают какие-то терапевтические услуги и так далее. Мы с ним погружаемся, но тем не менее дельфины находятся в неволе. Это невозможно. Чтобы был чистый диапазон взаимодействия с дельфинами, которые для того и придуманы природой, чтобы держать с помощью особого излучения своего мозга или разума тот диапазон, которые помогают восстанавливаться. Да и человек так может. И этому можно у дельфинов поучиться. Так вот, мы в таком дельфинарии, где дельфины абсолютно свободны. Они могут приплывать сюда тогда, когда им захочется. Но взамен они получают рыбу и меняют на рыбу свою целительную силу. Я спросила у своих израильских друзей, а не боитесь ли вы, что дельфины разучатся охотиться в Большом океане, потому что вы даете им рыбу в обмен на то, что они дают себя погладить и полечить вас, создавая такую особую микросферу и ауру вокруг себя? На что мне ответили? Но вы же тоже разучились охотиться и ходите за продуктами в супермаркет. Разве от этого вы стали менее разумны? Пришлось согласиться. То есть таким образом произошел обмен цивилизацией дельфинов. Ученые Израиля считают их разумными существами. И это правда, так оно и есть. И я предлагаю вам ту настройку, которая может восстановить вас, ваш организм полностью, если вы настроитесь на тот диапазон, который исходит от дельфинов. Итак, искусство быть здоровым от целительных сил нашей планеты. Как не болеть, как не стареть, как не уставать. Апокалипсис шагает по нашей планете. Здесь и вирусы, и природные аномалии, и конфликты, и кризисы, и разного рода болезни, стихии. Если мы будем мыслить так же, как дельфины, а они мыслят в диапазоне, который дает полную гармонизацию, не случайно же говорят, увидеть дельфина – большой good luck, большой удачи, потому что именно этот диапазон ведет нас гармония. И вот сегодня мы с вами пойдем, поймем и найдем этот ключ, попробуем его, максимально поставим ту самую исцеляющую программу, чтобы она работала в круглосуточном режиме, а вы были, держали особую форму исцеления, чтобы включился прямо сейчас весь ваш внутренний фармакологический концерн, и вы стали счастливым, уверенным, здоровым. Включится эта кнопка, и вы научитесь формуле исцеления. Это будет самая яркая ваша практика. Это быстрее, чем таблетка. Потому что мы привыкли использовать таблетки, чтобы себя восстановить. Но настройка на этот диапазон вместе с нашими дельфинчиками быстрее, чем таблетка. Как же это происходит? То особое излучение, тот особый диапазон мозга включает такие нейромедиаторы, которые создают целую химию чувств. Это работа самых быстрых и сильных нейронов мозга. Мозг по этой команде запускает механизм самовосстановления. И мы начинаем жить другой жизнью, где есть особая энергия, и она является языком нашего мозга, так же, как и мозга дельфинов. И сейчас этот мозг через дельфинчиков дает нам рецептуру, поддержку, варианты. И все это берется из нашей генетики, из генетики всего живого во всем мире, всей планеты, из генетики этих прекрасных дельфинов. Это все берется из общего поля жизни на планете. Ведь наш мозг, так же как и мозг дельфинов, Вселенная,
микромир, поле воздействия. И тогда включается исцеление, или, как называют врачи, спонтанная регенерация. Это техники завтрашнего дня. Завтра каждый человек научится программировать и запускать во все ситуации эту энергию исцеления. Все люди на Земле научатся делать это осознанно. А сегодня мы с вами через дельфинов найдем этот особый путь. Формула мысли, чувства, действия, спонтанная регенерация, исцеление. Почувствуйте эту энергию. Она, как легкий туман, обволакивает сейчас все тело. Сядьте ровненько. Сядьте ровненько. Сделаем особую медитацию, настройку на целительные силы дельфина. Медитация вашего здоровья. Плечи опустите вниз, шею потяните вверх. Задержите дыхание и послушайте, какой сейчас вдох. Вдох – это действие, плечи вниз – это действие, голова наверх – это действие. Поза победителя, позвонки ровные. Вы освобождаете сейчас вдохом узкое место, воротниковую зону, и она дает впрыск кислорода в мозг. Мы высвобождаем с вами не просто узкое место, а еще и путь. Путь к вашей генетике, к ресурсам. Точки в этот момент освобождаются максимально и полно, которые принимают участие в восстановлении, освобождается гортань, миндалины. Это дремлющие врата, вход одновременно к мозгу, к генетике, в базовую зону комфорта. И раз мы смотрим на дельфинчика, вдруг мы зависаем. В этом зависании включается такое абсолютное безмыслие, что уходят страхи, переживания, тревога. И тут же, благодаря запуску особых нейромедиаторов, диапазона взятого у дельфинов, появляется особая реакция. Идет ремонт, быстрый ремонт каждой клеточки вашего организма, и нужно лишь почувствовать этот особый ремонт, это особое включение, этот особый запуск. Обратите внимание, как запускается исцеление. Обратите внимание, хорошо, нехорошо, приятно, неприятно, какой вкус, какой запах. Какие особые мурашки, какой перелив состояния. Может быть, кто-то и засыпает, ведь сон – это лучшее лекарство. Иногда прописывают спать как можно больше, ведь сон лечит. На утро ты встаешь совершенно здоров. Может быть, пошли картинки каких-то воспоминаний, и вы обратите запах, какой там вкус, запах. Вспомните, если вы когда-то быстро выздоравливали, то эти воспоминания дают запах, тепло, картинки, общее состояние, и все стало вокруг благоприятно. В этот момент вы начинаете восстанавливаться и исцеляться. Запомните это состояние вместе с нашими целительными силами планеты, дельфинами.